Половина города теперь будет платить налоги по-новому. У 146 тысяч череповчан, а именно столько платят за имущество, налог будут рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. В сложной схеме также будет учитываться инвентаризационная стоимость, которая использовалась раньше, и понижающий коэффициент. Сейчас он составит 0,2%. За 4 года показатель увеличится до единицы. Кроме того, для налогоплательщиков предусмотрены послабления. При расчете налога налоговая база уменьшается в отношении квартир на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров, в отношении комнат на кадастровую стоимость 10 квадратных метров, для жилых домов на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров. В ситуации, когда при использовании налоговых вычетов налогооблагаемая база принимает отрицательное значение, налог уплачивать не нужно. Например, если жилой дом площадью менее 50 квадратных метров, налог в отношении его не исчисляется. Также налоговая инспекция подвела итоги своей работы. Так, череповчане за 11 месяцев этого года заплатили 80% от всех начисленных налогов, а это почти 452 миллиона рублей. Отмечено и снижение задолженности по налогам на 30%. В казну города поступило 97 миллионов рублей. Должны бюджету горожане еще 235 миллионов. Также сегодня депутатам рассказали, сколько потратил город на их выборы в сентябре. На избирательную кампанию израсходовали более 9 миллионов рублей. И по подсчетам Череповецкого избиркома, на, пожалуй, главном политическом событии города удалось сэкономить. По итогам выборов удалось сэкономить средства. Сумма в размере 724 742 рубля 67 копеек была возвращена в городской бюджет. Еще 1,5 миллиона рублей в бюджет Череповца поступит из областной казны. В соответствии с предложенной корректировкой главного финансового документа города, деньги потратят на сферу образования. В связи с этим вносятся изменения как в доходную, так и в расходную части бюджета на аналогичную сумму. И доходы городского бюджета составят окончательно уже плановые по 2017 году 6 миллиардов 675 миллионов 812,9 тысяч рублей. Расходы городского бюджета составят 6 миллиардов 981 миллион 828,8 тысяч рублей. Что касается бюджета следующего года, его уже приняли. На соцсферу запланировано 77% бюджета. Всего в 2018 году власти Череповца потратят 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Рафик Исаев, Александр Шагичев, Анатолий Холин. Новости.